Друзья, сегодня вы услышите важную проповедь о современной Америке, оказавшейся в лапах Антихриста. Вспомним несколько стихов из 2 и из 4 главы первого послания апостола Иоанна, что общего между ними. Иоанн, написавший 4 Евангелие, позднее составил три послания и откровения. Именно Он употребил слово которое в отечественном переводе звучит как «антихрист», а на греческом языке «антихристос». Дело в том, что данное слово обозначает духа нынешнего века, отрицающего отношения между отцом и сыном. Он отрицает божественность Иисуса Христа. Так давайте поговорим о духе Антихриста потому что дух Антихриста — это не человек. За сатанинской системой в этом мире стоит дух Антихриста, и этот дух действует, и его дела мы видим в Америке. Он действует оперативно, и плоды его дел мы видим каждую неделю. Это что-то новое. Итак, это проявление Духа Антихриста. И мы разберем стихи, из седьмой главы книги Даниила. Мы покажем его. Именно этот стих в оригинале написан на арамейском языке. Необходимо отметить то, что первая и заключительная часть книги пророка Даниила написана на иврите, а середина на арамейском языке. Именно данный стих появится сейчас на вашем телеэкране. И вот что он пишет там, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Итак, этот срок равняется трем с половиной годам. Данный стих указывает читателю на личность, которая станет антихристом это будет человек. Он появится там, где были империи, известные по пророчествам. Это Вавилон, Мидо-Персидская империя, Греция и регионы Римской империи. Он создаст коалицию из десяти наций. Он станет военным лидером, и к нему присоединится духовный лидер, которого слово называет «лжепророком». Мы будем рассуждать о духе, стоящем за таким человеком. Нам важно понять, какой это дух, стоящий за личностью. В послании Иуда Писание рассуждает о людях, которые пошли по стопам Корея, Валаама и Каина. Каин убил брата, обозлившись на него из-за жертвы. Валаам пошел на компромисс из-за денег. Корей был влиятельным. Он пошел против власти Моисея и пытался сместить его. Мы читаем в Библии о духе Иезавели. А Ветхом Завете это имя носила супруга царя Ахава. А ее тезке говорится в Откровении. Итак, Дух Изавели — это Дух, проявляющийся через поступки и начинание обеих Иезавелей. Первая Иезавель — это женщина из Откровения, соблазнявшая мужчин. Вторая Иезавель обезглавливала пророков цель духа Изавели — обезглавить церковные власти и заменять их своими темными ставленниками. Так действует дух Антихриста. Я клоню к тому, что когда вы изучаете библейские стихи об Антихристе, о человеке, а в них открываются замыслы этого духа. В книге Даниила есть информация, и я поделюсь с вами ей из только что процитированного мною фрагмента. Здесь упомянуты святые. В седьмой главе слово «святые» употреблено шесть раз — все эти стихи вы сейчас увидите на экранах. Они написаны по арамейски. Это слово свидетельствует о святых людях или о святых в целом. Библия говорит о святом народе Израиля. Во второзаконии они шли по пустыне. Это слово означает праведником. Пожалуйста, услышьте меня сейчас. Сторонники теории прихода Иисуса Христа посреди скорби и его прихода после нее говорят следующее. Церковь пройдет через скорб, а ведь Антихрист изнурит святых. В книге пророка Даниила «Святые» — это Израиль и евреи. В 9 главе Даниила сказано «70 седмин определены для народа твоего и святого города». Эти пророчества о последнем времени и антихристе появились, когда церкви еще не было. И они относятся к Израилю и к евреям. А в Новом Завете слово ⁇ Святые ⁇ есть во всех англоязычных переводах этой части священного писания. Верующие или святые ⁇ это евреи и язычники, принявшие Христа. Заметьте, я только что прочел стих из Старого Завета. Обратите внимание на эти слова, ведь есть стратегии, описанные в книге Даниила и в книге Откровения, которые использует Антихрист. Напрашивается вывод, а враг использует эти стратегии. Видя то, что творится в Соединенных Штатах Америки, мы узнаем его почерк. Номер один — это преследование святых Номер два это война со святыми или с праведными. Далее. Номер три это умысел изнурить святых Всевышнего. Первый шаг Духа Антихриста это начать гонение на тех, кто праведно следует за Богом и живет по Библии. Гонение подразумевает бег и преследование. Согласно комментариям, верующих будут преследовать, с целью убедить их, оставить их убеждения из-за оказываемого на них давления. История о сеятеле и семени ⁇ это часть Библии. Там есть кусок текста, где говорится о гонении за Слово Господа. Нас преследуют не только за то, что мы христиане. Нас преследуют за нашу посвященность Христу, за проповедь о праведности, за веру в силу Святого Духа. А теперь, пожалуйста, подумайте об этом. Если бы я был неверующим, то я рассуждал бы так. Если мир гонит христиан, то в их вере должно быть что-то особенное. На планете нет такого религиозного сообщества, которое преследуется так, как христиане. Итак, христиан убивают, обезглавливают, гонят и сажают за решетку. Посмотрите на христианство нас преследуют больше, чем других. Во времена гонений Римской империи христиане бездействовали. Они не стремились защищаться, ведь в Евангелии сказано, «Когда тебя ударят по правой щеке, подставь левую». А воины спросили, что нам делать? Никого не обижайте и довольствуйтесь жалованием. Христианам нужно проявлять милосердие и претерпевать преследование. Другими словами, во времена Рима христиане считали честью претерпеть гонение. А вместо того, чтобы убегать и оказывать сопротивление, они терпели гонение. Во многих странах есть оружие, которое нельзя использовать для самозащиты. Во время преследований люди оказываются за решеткой, их дома сжигают и крадут их детей. Историки пишут, что в ранней церкви некоторые, испугавшись преследований, отреклись от веры. Когда правителем страны стал царь, который относился к христианам терпеливо, эти люди возвратились в церковь для повторного крещения. Гонение — это когда ты переживаешь плохие времена, и враг хочет, чтобы ты отказался от власти. Каждому верующему Бог дал меру власти. Господь Иисус сказал, «Дана мне вся власть на небе и на земле». На греческом Власть означает законную власть, которая дана для использования в интересах царства и возвещения Евангелия. Об этом сказано в 16 главе Евангелия от Марка. Задача врага — заставить преследуемого христианина замолчать, перестать молиться и благовествовать. Далее пункт второй. Антихрист ведет войну со святыми. Война — это приближение с плохими намерениями. Представьте себе сражение, где нет ни винтовок, ни гранат. Представьте себе поле боя. Царство сатаны и дух антихриста приблизились к вам с плохими намерениями. В Новом Завете есть три ссылки об искусстве духовной войны с дьяволом, врагом нашей души. Это четвертая глава. Написано, откуда у вас вражды и распри? Не от вожделений ли ваших? В первом послании Петра апостол вразумляет нас держаться подальше от похоти плоти. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит о твердынях в разуме. — это крепости, возведенные в уме. В какой войне участвуем с вами мы? Антихрист будет вести войну со святыми. Этот дух подстрекает людей в церкви враждовать с другими. Они начинают ссориться. Библия указывает на источник ссоры. Это похоть, которая в нас. Эго, гордость, статус, кумовство — это пристрастие. Второй совет. Уклоняйтесь от похоти плоти. Часть братьев не освободилась от пристрастия к порнографии. Зависимое есть среди христиан всех возрастов. Что происходит, когда нас привлекают плотские желания и вожделения, упоминаемые в Писании и которые надо избегать? Они воюют против души. Внутри вас идет бой. Если мы проиграли, мы чувствуем осуждение. В сердце, в разуме и в душе происходит сражение. Мы уступаем плотям. Мы проигрываем плотским искушениям. Третий пункт указывает нам на твердыни в мышлении. Мы побеждаем мысли. Твердыни возникают из-за них. В невидимом мире Дух Антихриста способен выпускать дротики врага, затевая битву в нашем разуме и испытывая нас искушениями. Это не что иное, как духовная война. Хочу поделиться с вами темой, на которую писал Даниил. Это тема о том, как дух Антихриста изнуряет святых Бога. А это мы с вами. Ранее я сказал, что святые — это отделенные люди, призванные, Богом и посвятившие себя Ему. Друзья мои, тема об изнурении — это, как говорится, занимательная материя, так как в западных реалиях слово «измученное» относится, как правило, к телесной усталости. Допустим, к усталости после поездки или к усталости после работы. В арамейском стоит слово, означающее «умственное утомление», то есть усталость, вызванная духом Антихриста, и она представляет собой продолжительную бомбардировку негативными мыслями или преследованиями. Однажды Бог сказал, «Вы утомились словами». И речь тут идет об утомлении ума. А вот мой вариант перевода. Антихрист пытается извести праведных на земле плохими мыслями. Мы рассуждаем о Соединенных Штатах Америки. Я удивился тому, как за это время все сферы СМИ изменились просто до неузнаваемости. Изменились все отрасли СМИ. Новости в кабельном телевидении, кино, газеты, журналы или социальные сети, доступные через смартфон или компьютер. Сейчас действует принцип ⁇ если твои убеждения не совпадут с нашими, мы выкинем тебя из эфира ⁇ если вы учитесь не так, как мы верим, то мы напечатаем статьи против вас. Дело заключается в том, что в настоящее время дух свободы подавляется в Соединенных Штатах Америки через дух антихриста пытающегося заглушить голоса граждан нашего государства. Это причина, по которой Бог побудил меня рекламировать книгу, о которой я говорю в последней нашей неделе. Я говорю о вдохновении и откровении которые стали бременем для меня, когда я писал эту книгу. Меня тянуло к письменному столу, ведь Бог знал о происходящем. Если вы придерживаетесь ортодоксального христианского учения и верите в истины Библии, то поверьте в то, что нас атакует Дух Антихриста. Он пытается закрыть нам рот. И прошу вас, послушайте меня, пожалуйста, очень внимательно. Этот дух связан с духом безнадежности. Люди говорят, у нас ничего не получится. Не становитесь пассивными, как те чудесные христиане, жившие в эпоху ранней церкви. Они просто-напросто смирились. Вот что с ними произошло. Эти люди были пассивны, и все закончилось гонениями. Их арестовывали и пытали. Нельзя сидеть сложа руки. Черпайте мудрость из истории. На самом деле, граждане Соединенных Штатов не учатся у прошлого. Вспомните, что коммунизм — это не что иное, как утопия. Но у нас есть люди, которые учат о нем в вузах в высших учебных заведениях. Только подумайте об этом. Есть люди, у которых в университете или в банке стоят бюсты Маркса и Сталина. Эта система умертвила десятки миллионов людей, не согласных с ней. Она гнала христиан, Однако Давича 40% американцев сказали, что коммунизм — это вообще-то хорошо. Вы ничему не научились и не знаете историю. Простите меня, но кому-то удалось промыть ваши мозги. Иди в библиотеку и прочти о событиях 1917 года. Я хочу донести до вас такую мысль ⁇ учись у истории ⁇ Просто откройте послание Петра и прочитайте, что там сказано. А сказано там очень ясно и понятно, если города Садомские и Гаморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе». Так что же я хочу сказать, цитируя этот стих? «Лот переживал, ведь каждый день он видел неправедность содомлен. Кроме того, Бог освободил его. Бог сохранил хранил грешников, упомянутых в 19 главе книги бытия, до дня их праведного суда от Бога. Они будут судимы. Давайте поговорим о том, что Всевышний знает, как избавлять благочестивых и как избавлять праведных людей. Нам важно знать это. Я отвечу на вопрос, который задают мне многие. Почему многие благочестивые люди старшего возраста умирают? Это тысячи пожилых служителей, проповедников и учителей. Есть разные причины, конечно же. Это и вирус, и многие другие причины, но у меня есть свое предположение на этот счет. От Адама до Ноя прошло 10 поколений, которые существовали, Одну 1600 лет. Все они были долгожителями, включая Мафусалы. Все они умерли перед потопом, который уничтожил мир. Этого нет в Библии, но это есть в книге, упоминаемой в Библии. 180 лет назад в одном монастыре были найдены рукописи. Там говорится о людях, умерших до потопа. Меня заинтересовал этот текст. Это пятая глава книги Яшара. Все праведники умерли до одного, как увидели зло, о приходе которого возвестил Бог. Из них остался только один Мафусал. Бывают периоды, когда Бог позволяет праведникам умереть не увидев зла, ведь это огорчило бы их, если бы мой дедушка и папа жили сейчас и видели происходящее в Соединенных Штатах Америки, во всех сферах общества, то это доставило бы им очень много скорби и огорчения. Я не знаю, как они жили бы тогда, сейчас, Наше поколение бьется с духом антихриста. Лишь проповедь истины и силы Святого Духа освободит нас от всего этого. Именно поэтому вам надо приобрести мою книгу который я написал не так давно. Ведь если ты любишь Америку, то ты обязательно прочтешь ее. Там я поведаю о тех путях, как нам избегать искушений последнего времени. И тут напрашивается вывод. Враг использует определенные стратегии. Видя то, что творится в Соединенных Штатах Америки, мы узнаем его почерк. И я напомню вам эти пункты. Номер один ⁇ это преследование святых. Далее номер два ⁇ это война со святыми или с праведными людьми. Далее... Номер три – это умысел изнурить святых Всевышнего. Первый шаг Духа Антихриста – это начать гонение на тех, кто праведно следует за Богом и живет по Библии. Гонение подразумевает бег и преследование. Верующих будут преследовать с целью убедить их, оставить их убеждения из-за давления. Нас преследуют не только за то, что мы христиане, но и за проповедь о праведности и за веру в силу Святого Духа. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу ⁇ Апокалиптический сброс Америки ⁇ Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге ⁇ Апокалиптический сброс Америки ⁇ Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. Девятнадцать подробных глав раскрывают все планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом, а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну. Грядущая стычка с Изавелью, женщина, которая станет президентом. Как нам себя вести? Почему мы должны противостоять коррумпированному правительству? Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальное откровение о президенте Трампе и шаблоне, который открывает истории. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках. Это два часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти два часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и двухчасовой аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за 35 долларов или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть род христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся. Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества и все патриоты. Спасибо за просмотр. У вас есть последняя возможность заказать эту книгу. На следующей неделе мы выставим новый материал. Поторопитесь, позвоните нам в офис. Спасибо тем, кто прочел книгу и оставил комментарии. Мы не знаем того, что будет даже на следующей неделе. Написано, если Богу угодно, то сделаем это. Если Богу угодно, то в марте следующего года мы проведем большой фестиваль войн. Также запомните информацию о том, что в июне и в октябре наше служение запланировало провести международный пророческий саммит. Также у нас с супругой Пэм есть планы. Это празднование 40-летней годовщины моей совместной жизни с Пэм. Именно столько лет мы состоим в браке. Мы пока не решили, где мы устроим праздник. Мы хотим позвать несколько сотен близких друзей и партнеров служения, желающих стать частью этой вечеринки. Присоединяйтесь к празднованию нашей годовщины. Это произойдет в апреле уже Нового года. В следующем году я приеду во Флориду. Я приеду служить в Южную Каролину. Мы застолбили собрание в конце недели Нового года. Если Господу угодно, то, надеемся, не будет ограничений на собрание из-за локдауна. Мы планируем посетить много мест в Новом году. У меня был график, которому я следовал много лет, и из-за которого я буквально выбился из сил. Я лежал пластом на кровати. Жена запретила мне проводить столько собраний. Мы едем в несколько регионов, мы молимся об этом. Если Господу будет угодно, то в начале ноября я прилечу в царскую часовню Мауи. В ноябре я приеду в царскую часовню «Восток» в Ганалулу. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы увидеть подробности. Хотите знать наше расписание? Ну тогда заходите на наш сайт. Все детали там. На нашем веб-сайте есть наш основной магазин. Там есть сотни мультимедийных ресурсов и сотни книг. Там просто целое море литературы на всевозможные темы. Так что заходите туда, потому что там вы получите отменные знания. Итак, напомню, фестиваль воин в следующем году, а также наш юбилей СПМ, Пусть Господь благословит вас.